В Ульяновске прошел фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его посетили множество ребят из разных школ и районов. Ольга Дубкова со своим сыном дома сидеть не любит. Они частые гости на многих мероприятиях, концертах, фестивалях. Сын Ольги занимается музыкой, играет на музыкальном инструменте синтезаторе. Ольга отметила, что рада таким мероприятиям. Они позволяют ребятам развиваться и заводить новых друзей. Значение для детей с ограниченными возможностями очень важно, потому что в наше время дети, они как бы закрыты в социуме и очень мало куда-то выходят. И для них как можно больше нужно вот это общение, чтобы они видели других детей, больше знакомились. Цель проекта – создать социокультурное пространство для успеха каждого ребенка. На фестивале была организована интерактивная площадка «Территория твоих возможностей». Для ребят провели мастер-классы по флористике, фитодизайну, растениеводству, основам туризма, финансовой грамотности и оказания первой медицинской помощи. Площадки направлены на развитие личных качеств, таких как коммуникабельность и ответственность. Но наша задача – соединить всех в одно вот это творческое, креативное пространство, где они смогут себя попробовать, где смогут они себя реализовать, где поймут, что не только в закрытых учреждениях, в коррекционных школах они могут развиваться и быть успешными, но и выходя в социум, через театральную деятельность, через туризм, да, через творческое какое-то мероприятие. И подобный фестиваль – первая ступень в этом направлении. В дальнейшем есть идеи создать фестиваль профессий для особенных детей. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.